На данный момент по адресу Панова 20 проводятся последние работы по уборке и демонтажу территории от незаконных конструкций. Из 40 гаражей жители своими силами демонтировали 25, остальную работу проводят подрядные организации. Установленные незаконно гаражи жители стараются убирать самостоятельно. Но при этом весь годами накопленный мусор остается на своих местах. В основном морфологический состав отходов, размещаемых на несанкционированных свалках, как правило, это у нас строительные отходы, отходы бытовые после сноса незаконных построек, в том числе гаражей. Некоторые отходы могут таить в себе опасность, но благодаря бдительности работников подрядных организаций их находят и утилизируют по всем правилам. Зачастую находим хоть и разрешенное, но оружие, охотничьи патроны, которые хранятся ненадлежащим образом. При вскрытии гаража нашли колбу заводской упаковки, 3 килограмма ртути, вызвали соответствующие службы, которые оцепили квадрат, вывезли на утилизацию. Любая несанкционированная свалка мусора – серьезная проблема. Вред, нанесенный окружающей среде, оценивается на общую сумму 900 тысяч рублей. Существуют и другие опасности, с которыми приходится справляться. В местах демонтажа гаражей присутствуют и погреба, и смотровые ямы, которые представляют опасность, и которые, соответственно, засыпаем и восстанавливаем благоустройство. Только с одной свалки на улице Николая Панова на полигон отправили уже 30 машин с мусором. Ежедневно из города вывозят по 200 кубометров. При этом в первую очередь приводят в порядок участки возле школы и детсадов. Так, на академика Павлова у 20-й школы справились в рекордно короткие сроки. Гаражи демонтировали и вывезли мусор всего за 4 дня. Убрали весь этот мусор. Здесь стало прям, самая нормальная, хорошая площадка, что и нужно для детей. На улице Советской Армии вокруг школы стояли сараи, построенные еще в советское время как дровницы. Потребовалась сложная работа по демонтажу. Были задействованы большое количество волонтеров и спецтехники. Но до конца августа управились. На сегодняшний день в Самаре ликвидировано 113 несанкционированных свалок. Ведутся работы по оставшимся 32. Всего из Самары вывезли более 17 тысяч тонн мусора. Елена Нижегородцева, Константин Головин. События.